Друзі, Олена Кравченко та Олександр Єрофєєв, дизайнери одягу, в нашій ранковій студії засмаглі, відпочивши. Будемо говорити про те, що будемо одягати в холодному сезоні. Уже прет-а-порте, мода 2018-2019 на подіумі була. Безумовно, ми не будемо купувати те, що там на подіумі, але хочеться бути модними, хочеться бути в тренді. Отож, що ви нам порадите? Що нам уже викидати, що нам купувати вже до наших шаф, до наших гардеробів? Мені подобалось, як ви сказали, що пора. Это как воскресенье, да? Это как вечер воскресенья. Это как будто надо уже наглаживать осенние вещи, потихоньку складывать их в стульчик. Я уже начала это делать дома. Да, ну вот мы как раз успели немножко поговорить до эфира о том, что в моде бахрома и как ее не любят. Да. Я, напевно, перша. Ну, может быть, ее любят молодые люди, которые еще ее не видели в своей жизни. Мы-то как бы уже несколько витков моды прошли, ее уже видели, поэтому вот она как-то не особо. Бахрома, она же и из перьев, и из бусиков, да, из всего. Текстиль, из всего, просто чего только можно. Из бусиков, да. Бахрома, ткани. В бахрому превращенная. Бахрому превращают края. То есть в любом виде бахрома в моде. Это такой вестерн, который, в принципе, сейчас тоже в моде. Поэтому, наверное, дизайнер его... Ваша порада. Якщо в мене є сукня, я ж можу якимось чином дошити до неї бахрому і бути в тренді. Дошить. От декілька порад з цього приводу. Дошить і навіть можна порізати. Вот просто на лапшу. Можна взяти кусочок кожи, просто розрізати його і настрочити на край сумки, ручки, то есть... Даже, кстати, металлическая ручка, как Шинель предлагала, с цепочки. Это если про сумки. Да, про сумки. Ну, бахрома, например, на сумке. То есть, а бахрома-то она и на аксессуарах, и на одежде, и где угодно. Бахрома має бути. А вже де, то це ж вибирайте ви. Для того, щоб бути в тренді, має бути бахрома. І її всегда можна зробити. Так. Що ще? Клітинка, якщо я не помиляюсь. Клеточка, да. Клеточка. Ми бачимо фото, ми будемо показувати вам фото із подіумів, це найостанніші, найгарячіші, ну от клітинка, так? Клеточка різних розмірів, різні варіанти з'єднання, наприклад, жакети з одної клеточки, наприклад, брюки з мілкої, жакети з крупної. Разноцветная, то есть причем ее не всегда сочетали, да, то сейчас сочетают разные клеточки. Это вот... Ну, напевно, це осінь не моя буде. Оно, кстати, тоже не всем идет. Не люблю ни клітинку, ні бахрому. Это же ведь клітинка, это же и твиды, опять же, которые сейчас модные. Ну, хотя, в принципе, вот знаете, как смотришь там модных блогеров, а потом в комментариях, и там все... Ну, понятно, если это осень, то, конечно же, это твиды. Это теплые ткани, ну, как обычно. Это что-то теплое, это что-то практичное, это что вот там в грязи не видно по цветам. Вот. Ну, и вот, как обычно, осень — это твид. Сейчас клетка, твид, это все очень сочетается. Но при этом некоторые дизайнеры удивили яркими цветами. Неонові кольори, слухайте, літом були пастельні такі, нюдові, вони всі відходять. Яркі кольори. Що це таке? Осінь ще носять. Щоб в листях було видно. Всі з відпусків загорівші. Ці яркі цвіта, вони дуже відтіняють загар. Тобто, коли ви станете, ваш загар чуть-чуть немножко зайде, все-таки ви будете не так ярко, ефектно смотреться. А просто этот там яркий салатовий, він просто вас заб'є, ну, своїм цвітом, і ви можете потерятися на його фоні. А поки ви загорівші, ви можете бути достатньо в тренді. Тобто, таких кольорів у нас вересень, правильно? Ну, неоновий цвіт, ви ж знаєте, він настільки только когда близок к лицу, горлу, еще, к лицу, он настолько тень дает на отражает лицо, отражает своим цветом, поэтому, конечно, без загара зеленый будет это просто что-то, Ну там лаймовый, ружевый, это все будет на лице, поэтому очень аккуратно, я же говорю, пока это загар, такая маска. Он это все дело подчеркнет. Ну, а потом... а эти кольоры в чем вони? Это может быть плащ, або навіть чи штани. Все, что угодно. Может быть несколько цветов сразу. В одном луке ярко-синий, ярко-оранжевый. И даже тот такие луки. Или все полностью хотя неоновое. Я бы, честно говоря, просто вот выделяла бы. То есть, если это плащ, например, неоновый, все остальное более спокойное. Хотя, или тогда действительно тот лук, когда оно все неспокойное, оно в общем дает... Ну, чтобы у нас глаз не очень дробился. Я бы не сочетала, там, если у меня плащ зеленый, неоновый. И тут такие же какая-то обувь, такая же там где-то кофточка. Это слишком. Тогда глаз слишком бегает. А если что-то, например, что-то одне я хочу, вот неоновый, что будет порадовать? Ну, плащ, например. Я бы верхний. Какой фидейден на все. Или обувь. Вот всегда или обувь, или сумочку, опять же. Вот что-то такое одно. Или аксессуарное, или что-то большое. Например, сумочка, например, чтобы они, ну вот, например, сумка, плащ, они в одном. Да, не видно, и она не выделяется. Что ж тебе будет в тренде? Что еще? Серебро.
Серебро, опять же, металл. Серебро, да. Металл, да. Металлические вот эти вот космос. Все мы цвета. Мы снова летим, да, в космос. Да, да. Ну, вот я больше всего встречала это серебряное, такое алюминиевое цвета. Ну, а что это может быть? Спидницы, может быть? Лосины. Ой, они еще да, 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 да. Платья, те же узкие платья. У нас есть фото, будет, ну, глядачі матиму змогу побачити. Тобто, і плащі такого кольору. Да, і опять же, тотал лук із серебряного, он тоже как будто вот действительно в космос собрался. Но опять-таки, что... Или, там радиация какая-то, ты так закутался. Что неон, что, например, серебро, это все-таки локальные тенденции, они ненадолго не задерживаются, буквально какое-то время и сразу уходят. То есть, если клетку мы будем видеть много сезонов, то вот ну, да, она, оно в чик-чик не выйдет. Выходит, тобто вы маете на вас еще 3 месяца и уже не вполне будет. Вполне возможно, да, весной вы так уже это не оденете. Я вот, честно говоря, когда видела зимой вот этот, эти пуховики серебряные, я вот думала, что они закончатся, да. Ну вот нет. Ну, может, то может принципе, это кризис, продлили. Поэтому они еще не закончились. Не знаю, да, но вот осталось. А вот что табу? У завжди хоч, знаєте, від кранищів до кранищів, що можна, а що не бажано було подягати цієї осені? Ну, по правило, то, що було от позапрошлої, да, прошлої осені, от що-то таке дуже трендове, вот, то краще не одягати. Хоча тренди ж повторяються, тот же леопард, то те же пол. До речі, про леопард, я хотів кажу, да, що весь анималістичний, да, весь анималістичний. Весь зоопарк на прогулки. Этот принт, он, знову, да, о, да, боже, да, мій, да. Но нужно быть очень аккуратно, очень мало людей, которые умеют носить. Кому ви порадите? От придбати зі спокійною душею леопард, без принти, безумовно, це треба приміряти, дивитися, але все ж таки, чи є такі унікальні люди? Это однозначно должна быть, наверное, какая-то брюнетка. Да. Девушка. Брюнетка. Харизматичная, очень-очень харизматичная. Но это вот зависит больше даже от характера человека, насколько он может себя в нем подать. Безусловно, блондинки тоже одевают, но очень тонкая грань вот между модой и, извините, пошлостью. Вот именно у этого принта. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. А куда его можно одягнути? Вот, может, какие заходы вы порадите? Вот мы хотим, чтобы у нас в шафе был леопард, але куда же его одягнути, розумієш? И сумочка, например, сумочка, если да, маленькая сумочка, сумочка. Аксессуар, это можно на работу, безусловно. Да, и все, и больше ничего, например, нет. Да. Или опять платок, же... Платок. Там, или опять такое же не выделяет, если вы полностью в леопарде. Вот это как. Но это уже звучит. Больше какая-то вечеринка, да, ну, автопати, же, что-то да, такое. Сейчас же, сейчас же модно выделяться. Ну, даже не модно, сейчас важно выделяться, потому что да, ну, как бы людям надо себя как-то из толпы показывать, как это сделать. Только вот что-то такое необычное одев. Вы для себя что-то подивилися уже из новых таких новинок на осень? Да, вот, черное. Черный? Ну мы ж про це не говорили, ми ж не казали, що тобто чорний, да, чорний, он остається во всіх іпостасях, від плаття до лакових плащей, там всього остального. Кстати, лак – це теж, опять же, тренд. Знову, десь було десь роки два, тобто навіть більше був. Це от 80-ті з во всій моді Версаче, коли були перевернуті в треугольника силуети, великі плечі, возможно, навіть з якими-то там накладочками, ну, небольшими, це не зовсім. Вот. Здесь затянутая, ну, конкретная Версаче, лаковая, блестящая, какие-то костюмчики. Пояс на талии. Да, пояс на талии. Это большой. Другой, широкий, широкий, да, тоже лаковые. Вот эта вот стилистика. А якщо я повністю в чорному прийду, Total Black, це прекрасно, нормально? Прекрасно, звісно. Це, кстати, самий безпроєкнішний варіант. Уявляємо таку ситуацію, іду я з подругою, я вся в чорному, на такому неоні, і вам скажуть, ось, кстати, білий, кстати, білий ще теж. На осінь білий? І не я. Да, это не наша совсем осень, но пока вот еще более-менее сухо, то может быть. Но он тоже, Total White, он тоже идет на осень. Total Denim. Полностью. Ну, джинс, все остается. Хотя мы про джинс говорили, я еще помню. В прошлой передаче это было. В прошлый раз. Это джинс. Мы казалось, это осень была интересная, или весна, наверное. Весна. Да, весна. То есть весной приобрели, да, если... И можем еще носить. Да. Ну, джинсы никогда не выйдут из моды, наверное. Давайте подразумуем. Итак, мода осени 2018. Неоновые кольоры. Да. Лаймовий, рожевий, ще чорний, чорний лак, оранжевий, чорні лакові плащі. Що ми там ще ремніми, дені, білая, клітка.
Бахрома. И бахрома. Всеми любимым бахрома. Ну, вообще, там еще много чего. Опять же, и серебряно, и балаклавы, и спортивный стиль, мотогонщики всякие и тому подобное. Ну, я чула про такі поясні. У нас є там такі фото, вони були. Це такий щось між спортивним, між лаковим стилем. Кожа обтягує, так. Я зрозуміла. Дякую вам щиро. Ну, ви в якому стилі будете? Ну, Олександр, ви будете в чорному? Чорно-біла класика. Олена, ви в стилі мотогонщика. Я вже наглажую цей костюм мотогонщика. Його гладити не можна, якщо він кожаний. Обіцяйте, що... А я наглажую. Обіцяйте, що... Десь в жовтні ви прийдете в трендових речах, мотогонщик, чорний. Блек, чорний, і ми будемо з вами в тренді. Я теж собі щось вигадаю. Я теж собі щось вигадаю. Напевно, бахрому поєднаю, лайм, ну і щось вигадаю. І лак. І лак. Дякуємо вам, Олена Кравченко, Олександр Єрефєєв були в нас в гостях, отож дослухайтесь до наших порад, але, напевно, не гоніться за модою. Ні, так? Пожалуйста. Не, це кажуть дизайнери. Вона все одно вас перегонить, поэтому не гоніться за ней. Не будьте рабами. Она вас перегонит, посмотрит на вас вот так вот вперед и посмеется, да. Потому что, ну, это... Тоді риторичне питання, навіщо ж тоді створюють моду? На цьому риторичному питанні ми завершуємо. Продовжимо в следующий раз. Продовжимо. Дякую вам.